Полголовки лука нарезать кубиками, примерно по сантиметру, чуть меньше. Отправить на сковородку, обжарить до румяности. Любые грибы, лучше шампиньоны, нарезать мелко. У меня, как видите, замороженные. Тоже пойдет. И отправить к луку. Фрикадельки. У меня, как видите, тоже замороженные. Теперь добавить немного муки. Хорошенько перемешать. Обжарить ее вместе с фрикадельками. Теперь сюда же добавить грибы. Перемешать. Далее влить стакан сливок. Лучше, конечно, пожирнее. Теперь столовую ложку соевого соуса. Естественно, перемешать. Теперь добавляем любую приправу, можно кубик любой, любимый, поперчить. Я добавляю сухого укропа немножко. Теперь натираем сыр, грамм 75 примерно. Натертый сыр отправляем к общему блюду, перемешиваем, даем немножко потомиться. Вот все и готово, друзья. Можно смело перекладывать сервировочное блюдо. Очень хорошо сочетается с отварным рисом или макаронами. Да и к толченке будет очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки,